сейчас собрали еще более интересную подборку автомобилей, более чем за столетнюю историю автомобилестроения, от Renault Taxi начала 20 века и до новейшего Aston Martin ограниченной серии. Для своего времени инновационная техническая часть, 12-цилиндровый мотор. Это большой. Конечно, конечно. То есть, в общем-то, и сейчас так, 12-цилиндровых машин фактически очень мало выпускается. Мы в июне проводили свой первый аукцион автомобильный, который... Вы на ней есть? Рассказывайте, что это? Такие еще подлокотники. За моей спиной такси Renault, начало 20 века, так называемое марнское такси, которое было использовано правительством Франции для переброски войск, чтобы остановить наступление Германии. Уже в 60-м году принц Кувейта обратился с просьбой сделать для него данную модель. И вот этот экземпляр был изготовлен по его спецзаказу. Автомобиль находится в идеальном техническом состоянии, фактически как новый. Нужно, наверное, поездить, чтобы понять. Так просто сидя не поймешь, потому что машина любая познается на дороге, а не просто посидев за рулем. Но была бы такая возможность, я бы не отказалась. Скажите, а куда бы вы поехали в этой машине? Поехала бы в Сочи.